Разрешите? Доброго здоровья. Ваши люди ревизии проводят. Значит, искушений много. А у меня как раз от прапрадедушки перстень остался. Волшебный. А ревизоры здесь при чем? Погоди. При перстне вот этот свиток, вроде инструкции. Перстень сей, коли на службе тебе недозволено и предложено будет, особо светиться начинает, предупреждая о недопустимости онного действия. Сказки рассказываешь, папаша. Ну, поскольку мы не бюрократы... Николай Николаевич, ко мне. Ты сегодня, Николай Николаевич, ревизию продовольственной базы проводишь. Так вот, испытай это колечко. Понял. Ну, где акт? Обеденный перерыв сейчас. Прошу вас. Комплексный обед. Нет. Спасибо, я обедал. Тогда познакомьтесь с нашей самодеятельностью. Учкуду, три колодца. Индейский танец. Светит солнце. Ты пустыня, спасительный круг. Учкуду. Могу познакомить нашу сотрудницу. Не пожалеете. Нет. Я женат. Тогда на скромный подарок вашей жене. Проверил перстенек. Сказки это. Светится, не светится. Я и без перстня ничего себе не позволю. Я же не дочитал инструкцию. А там написано, кто ослушается перстня, на всю жизнь меченым останется.